Внести свой посильный вклад в энергосбережение и сохранить природные ресурсы может каждый житель Тверской области. Министерство энергетики и ЖКХ региона напоминает жителям Верхневолжья о возможности установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. Подробности в нашем сюжете. Вопрос о том, как рационально использовать природные ресурсы в доме или квартире, очень актуален в наше время. Сейчас у людей в квартирах появляется все больше электроприборов, увеличивается расход потребления воды. Например, энергосбережение, основанное на использовании сберегающих технологий, позволяет уменьшить потери электроэнергии. Помимо этого, использование энергосберегающих технологий позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет, а также сохранить природные ресурсы. А мы узнали, установлены ли приборы учета коммунальных ресурсов у жителей Твери. У меня установлены счетчики на воду, и это экономит бюджет. У нас установлены счетчики на газ и на воду, и это выходит меньше, чем было по норме раньше. Счетчики установлены, и они экономят наш бюджет. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области напоминает жителям региона о возможности установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии за счет средств, направленных на капитальный ремонт в многоквартирных домах в составе ремонтных работ внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Согласно закону Тверской области от 28 июня 2013 года, номер 43 ЗО с изменениями на 25 июля 2019 года. Подробная информация на официальном сайте министерства minenergo.tverskayoblast.rf.